Здравствуйте! Вы находитесь на канале Принцессы Миланы. У меня сегодня такая коробка, чудо-пластилин. Сегодня я слеплю любую фигурку. Можно слепить такого дракона, тут цвета есть. Не знаю, будет там инструкция или нет. Вот сзади вся коллекция. Синий дракон и зеленый дракон. Сейчас мы его начнем открывать. Тут, конечно, есть кто-то. Тут везде кто. Сейчас же начнем. Так, упала наши инструменты. Откроем сейчас инструменты. Вот, я открываю еще. Так. Достаю первый инструмент такой. Если видно. И достаю второй вот шарик. И внизу маленький шарик. Так, дальше. Это вот такая инструкция, где это сделать. И наш чудо-пластилин тут бело-красный. Даже можно говорить, это почти как оранжевый. Так, наш зеленый. Какие много зеленого. Сине-желтый. И наши глазики. Глазики я открою попозже и покажу такие глазики. Коробку я отложу в сторону. И начнем лепить, только на возьму инструкцию. Сначала приготовить все предназначение. Потом уже делать. Так, начнем. Вот эта инструкция такая длинная. Я сейчас начну лепить. Так, начнем с рогов. Открываем пластилин, наш чудо-пластилин. И посмотрим. Где-то вот дырка есть. Посмотрим, как же этот чудо-пластилин открывается. Она вот там ловится. Тут где-то скотч, наверное. Да, скотч делает. Вот, у меня получается еще как-то. Как он сложно открывается. Так, где он там открывается еще? Открываю желто-синий. Кажется, понадобятся ножницы. Когда я открывала синий-желтый, я взяла ножницы. И сейчас буду открывать, что не дооткрыла. Так, возьму. Держу. Так, и теперь очень просто. Так, снимаю. Не будем делать. Да. Если я вам его покажу. Вот тут пеленочка. Пахнет не так приятно. Я такое где-то уже видела. Тут он вмешивается. Вот это уже палец вмешивается. Такой, да, только дела. Может, смешим-то? Такой. Если его так оставим, такой, как жвачка. Так.
Начнем эти делать рога. Отделим это все. Вот эту сиську убираем. Он такой растекающий, растекающий. Вот так и вот такие выкрасили. Заготовки я пока делаю. Левый затор. Дальше. Трон второй. Второй. Очень это похоже получилось так. Теперь я делаю два зеленых кружка. Зеленые, правда, мы еще не открыли. Нужны ножницы. Берем их туда. Зеленого очень много. Во. Зеленый такой. Я забыла вам показать синий и желтый. Андрей его уже использовал. Значит, делаем. Он такой жвачка, похоже на жвачку. И второй блок тоже делаем. Дальше делаем еще один. Почти все из зеленого. Надо зеленого добавить. Дальше. А я делаю как такой круг. Вот так. Очень сложно. Широкий стилен. Да. Остальные я сделаю потом, когда будет надо. Если честно, вначале нам будет такое нужно. Ну ладно, начнем лучше сейчас делать. Я потом открою. Так, я сейчас буду делать. Открываю. Сейчас, это красный.
городе. И еще открываю. Опять тут пеленочка. А зеленую бутыль. Зеленая. Так, возьмем, нам нужен сейчас красный, так, не такой есть. И еще. Так, начну делать. Крыло нам надо на солнце. Отщипываем немного, положим на место. И начнем делать наше крыло. Делаем как лепестка, отщипаем еще. А теперь делаем так крыло. Вот, первое крыло готово. Еще не открывала. Не закрывала. Не закрываю, пока. Катаем теперь. Делаем. А такой липкий. Делаем пока второе заранее. И пока крыло не. Теперь. Мне по виду радовать сейчас. Там будет красный. Не знаю, не поедем. А здесь снег. Вот для вас красный, для меня оранжевый. Бумагу я не знаю. Начну делать. Эту косочку я пока закрою. Лепешь. А потом
сначала буду печать лампочку. Дальше нам понадобится желтый. Главное, сейчас будет это тело. Я смогу это сделать, Даша? Посмотрим. Вот желтое. Так. Получилось как-то. По-моему, пока ящик. Но лучше длинную посильную полоску и длинное сердце. И пока я делаю. Кусочкой взять зеленый. Лампа на всего хватит. Вот мы так растекаем. Ну, сейчас не знаю, а сделаем. Ну, дракона. Я и так уже поставила этих. Я вначале вот так ровно, так, потом немного вот так подоптуем, так, потом далеко, и такой угол. Я получилось лепета. То же нам дальше. Так, дальше. Давай, голубчики. Нам зеленый понадобится. Мы берем желтым. Берем желтым. И так добавим. И делаем такие вот материалы. Это еще сделаем. Так. И сделаем вот лапу. Ну, да, нам еще не понравится. Я еще делаю вот точку, все, я потом. Вот это вот, сейчас. Тогда лапу. Ой, вот это ты. Я ей надели забыла тесто. Оно такое. Такое кусок. Такое классное тесто.
сейчас накроем крашечкой. Готовки. Вот что я буду делать. Так. Делаем сейчас лапку и почти мы дойдем. Просто вот так. Вот здесь. Так вот. Так вот. И я вот. Он будет так делать. Дальше. Еще одна с этой стороны. Когда будет зеленый, я положу на низ. Густой, густой, густой зеленый. И целый бассейн зеленый. И начнем лепить. Это дело. Вот, тут лежит это дело. Положим желтый. И будем делать сейчас полоски. Возьмем. Так. Вот это дело. Будем делать лапки. Да лапки, кот, забыл я сделать. Тоже делаем то же самое. Один, два, три. И нужно сделать сюда, сюда и сюда. Папки пока что готовы. Казан цепить. Два. Цепить. И там две лапки носит. Вот. Вот. Вот так. Два. Одна лапка. Сюда. Теперь. Поднимаем. Как он стоит. Он сейчас маленький сел. Я так не спасти. А как он интересно не стоит? Не стоит, а падает. Сейчас поддобавим. Посмотрим. Ну, ясно, там поддобавили я пластилин. Он был тут. Встанет сзади.
давай вот толстым должен. Вот так. Вот, вот так вот. Вот, ну пока маленькая получается. Вот, вот так вот, так вот. Вот так вот, так вот. Лапки у меня тоже тонкие, поэтому падают. Сейчас тут добавим тоже еще. Уже улетает. Проверяем расстояние, как он стоит. Этот момент. Посмотрите. Вот теперь стоит. Так, поверну к зрителям. Вот пока делали. Теперь будем делать. Так, теперь делаем главу. Я возьму. Так тянется, тянется. Так, теперь я смотрю на столе. Что понравится. Мы надели нашего лапончика и сейчас доделаем. Надо взять еще зеленого. Вот надо взять. Он так вот. Вот этот зеленый. Я уже доделала. Я уже доделала. Делаем вот. Надеюсь, это у нас получится. Получится еще вот такой. Yeah.
делаю пока что девятая. Наконец-то мы еще делаем. Это не фото. Такой хороший. Делать покупки, значит, вот так и сделаем. И так и должно. Вот мне ничего делает, а хочет, и вот такие пальчики. Ну, мы еще раз. Тут вот такое. Все, нормально. Расскажите, мы включали, у меня не знаю, есть или нет. Не знаю. Есть от меня все или нет. Так, просто зубки готовы. Теперь после зубков. Делаем такие шотики. Вот они вот эти цели. Так. И так. Это уже будет. Это не много этого. Ничего. Так, еще. Это не крокодил. Так. Что такое? Пускай. Тут. Маленький тоже. Теперь просто возьму что-то. Так. Убедляем. Убедляем.
И будем открывать глазки. Открываю. Я кладу в банке. Мне еще видно, да? Вот я открываю еще видно. Открываем глазки. Здесь видим, взяли я покажу вам вот такие вот глазки. Теперь ставим. Эти глазки. Один глазок. И вставляем второй глазок. Вот. Я вам покажу. Делаем дальше. Глазки. Ага. Делаем кружочки. Правда, уже на этом нет. Делаем вот сюда. Теперь возьмем наш такой винтик. Цепляем. Так, когда цепляли, возьмем голубой, аж подкатаем. Я, правда, еще не цепила. Сейчас цеплю голову. Так.
полежи, пусть. Возьмем голубой. Вот это. Давай. Так, отлепляем. И по хвосту. По хвосту ничего не есть. Ну, пока хвоста нет. Я пока сцеплю хвост. И я не сделаю еще. И по хвосту. По хвосту. На голубое. Он такой не готов. Если это так, то он тоже не будет еще лучше. Он такой пока. Нос. То голубое сердечко. Мы еще не готовы. Твое сердечко все равно. Голос не так вообще. Сердечко. Ну, я посмотрю. А тут он выглядит. Сердечко. Не так. Не так. Не так. Не так. Пожалуйста. Вот так. Вот так. Теперь делаем крылья. Крылья там что-нибудь. Да. И хватит. Хватит. Вот так. Стой. Пока я делаю тебе крылья. Ой, я делаю тебе крылья. Помолочку. Покажи. Ой, дракон.
шопом, если его подниму. Он стоял, хотел упасть, и упал. Голову, я тебе сказала, не поднимать прямо. Робот. Такой, Серёга, так уж он. Так сидел. Там совсем другой был. Зеленый. Опять упал дракош. Все. Хитрый такой дракош. Хитрый дракош. Хитрый. Вот. Стой. Смотри. Ты телей. И стой. Я просто так. Хочешь? Дальше. Еще зеленого, желтого, синего. А где-то крышка еще такая упала? Нет. Вот эта крышка. О, вот. Потеряла ее уже. Надеюсь, буду тебя держаться. Вот у меня получился такой дракончик. Веселый. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Принцесса Милана. И пишите комментарии, кому понравился этот дракончик. И кто слепил точно такого же или другую зверюшку. Всем до скорой встречи. Yeah.